Режиссер Ким Хан Мин. 1597 год, Вторая Инджинская война. В начале шестого года войны Ли Сун Сина обвинили в государственной измене и взяли под стражу. Его отправили в столицу, подвергли пыткам, а позже разжаловали в рядовые. Морские сражения у Каджедо в июле 1597 года окончились полным разгромом корейского флота под командованием Вон Гюна. Японцы начали наступление вглубь провинций Чола и Кёнсон. 16 августа была захвачена крепость Намвон. 25 августа крепость Чонсу. Японские войска с боями продвигались на север, приближаясь к столице. Ли Сун Син, возвращенный на должность, принялся восстанавливать разгромленный флот, отстраивая корабли и набирая экипажи. В распоряжении Ли Сун Сина было лишь 12 кораблей, уцелевших в заливе Чхильчхон. Адмирал обосновался с ними на острове Чин в порту Пёкха, порту Аран на расстоянии лишь 50 ли. Собралось почти 300 японских военных кораблей. Адмирал, ревущие потоки. Чиндо, порт Пёкха. Через 12 дней после повторного назначения на пост главнокомандующего морским флотом. Хорошо. Когда же мы присоединимся к армии, адмирал? О чем вы? Капитан Песоль. О распоряжении Его Величества, конечно. Его Величество приказали объединить флот с армией. Потому я спрашиваю, когда же это произойдет? Вот значит, как вы это поняли. Простите? Послушайте, адмирал. Флотилия врага насчитывает уже более 200 кораблей. Наши солдаты бегут, вы знаете об этом? За последние 10 дней сбежало более 50 солдат. Капитан Ким Ок Чу. Позвольте спросить вас, адмирал. Мы не знаем, когда вражеская армада обрушится на нас. Может, даже сегодня ночью. Потому мне любопытно, где и как вы предлагаете противостоять ей? Давайте послушаем наших молодых офицеров. Есть ли у нас шанс? Есть? Не бойтесь сказать правду своему военачальнику. Адмирал. Пожалуйста, скажите, как есть. Помимо чертовых кабуксонов, у вас есть другие идеи? Следите за словами, разговаривая с адмиралом. Ты! Я твой командир, закрой рот и слушай. Командиру рознь. Вы постыдно бежали с поля битвы при Чхильчхоне, спасая свою жизнь. Послушай, ты мальчишка. Благодаря моему бегству сохранилось хотя бы 12 кораблей. Придержал бы язык, раз не знаешь, о чем говоришь. Адмирал, вы же сами прекрасно понимаете, что наше положение безнадежно. Я сам видел в Чхильчхоне, насколько свирепы и беспощадны враги. Погибло 10 тысяч воинов. Хотите уничтожить весь флот Чосона? Я вас услышал. Можете идти. Адмирал! Адмирал отдал приказ. Пойдемте. Нужно чинить корабли и готовить солдат. Немедля.
Хэнам, порт Аран, база японского флота. Но в этот раз мы обязательно должны захватить корейского Вана и завершить войну. Нельзя упустить его, как 6 лет назад. Атака должна быть стремительной, подобно шторму. Надо поторопиться. Да, генерал. Мы не можем позволить генералу Кониси первым захватить короля. Интересно, почему его превосходительство прислал нового капитана? Приказав мне просто ждать? Это корабли Вакидзака? Да, кажется, они возвращаются после очередной вылазки. Какой уже по счету? 3-й, учитывая неожиданную атаку прошлой ночью. Однако, кто же тот новый офицер, что заставляет вас ждать? Сказали, что в этой битве нам без него не обойтись. И кроме него никто больше не сможет победить Ли Сунсина. Порт Пёкпха. Флот адмирала. Королевский указ. Учитывая малочисленность вашего флота, объедините силы с армией генерала Квон Юля. Отец, почему они обнажили мечи? Похоже, собираются всех нас убить. Нас всех убьют. Отец, отец! Клянусь богом. Вакидзака Ясыхару. Я тебя убью! Нет! Простите моего стрелка. Он просто пожалел вашего пленника. Значит, вы тот самый капитан, присланный первым советником императора. Флот Ио из Эхиме.
Какой еще флот? Они же пираты. Уходим. Чунса. Чиндо, порт Пёкпха. База Чусонского флота. Донесение о приближении войск врага. Японцы ведут себя подозрительно. У них уже более 200 судов. Их загружают провизией и краденными лошадьми. Дозорный Им Джун Ён. Если кто-то начинает сопротивляться, его убивают и отсекают нос. А детей используют как мишени для тренировок. Вот что происходит на захваченных землях. Это правда, что с Чонджу идут 25 тысяч японских солдат? Да, это правда. Пьяная солдатня хвалилась, что у Чосона нет флота, и скоро они будут в Ханяне. Если мы их не остановим, столица будет сожжена дотла. Передай это Чунса и обязательно получи от него ответ. Да, адмирал. Крыша закончена! Крыша закончена! Милая. Еще талисман. Мне ведь не впервой туда-сюда ездить. Хорошо. Схороню получше. Мне пора. Береги себя. Лагерь генерала Квон Юля. Генерал Квон Юль. Как? Он опять не подчинился приказу. Он считает себя правым. Если вновь ослушается его величество, прощения больше не будет. Крепости Намвон и Чонджу уже пали. С юга наступают японские войска, а их флот пытается пройти по Южному морю и атаковать Ханян. Что тогда будет? На что он способен со своими жалкими 12 кораблями? Тогда зачем вы просите нас присоединиться к вам? Как ты смеешь? Разве не понятно, что адмирал нездоров? Кто же довел его до подобного состояния? Да ты! Хоть представляешь, что здесь творится? Этот дьявол Като Киёмаса уже совсем близко. У нас на вес золота каждый человек. Остановите его! Прошу вас, генерал, и дайте нам оружие и людей. Флоту Чосона нужна ваша помощь. Следуйте приказу его величества. Неужели вы откажете в отчаянной просьбе адмирала? Вот наглец. Что ты о себе возомнил? Как смеешь перечить? Бросьте его в темницу. Прошу вас, генерал. 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 Адмирал просил обязательно сказать вам. Если откажетесь от моря, потеряйте Чосон.
Я ждал полдня. Курусима Митифуса. Так значит, вы принимаете гостя, прибывшего издалека. Мы были слишком поглощены нашей стратегией, что забыли поприветствовать важного гостя. Приносим свои извинения. В любом случае, король пиратов расскажет нам, как захватить короля Чусона. По пути сюда я осмотрел фарватер. Если мы обогнем остров Чин во время утреннего прилива, Миньян, Ульдамок, то сможем провести нашу армию и захватить их столицу. На путь к Ханьяну уйдет не больше полутора суток. Легко сказать. Но Ли Суньсин не настолько слабый противник. Лучше идти через большой канал, близ Чиндо. Захватим их столицу. А после объединимся с сухопутными войсками и вместе разгромим Ли Суньсина. Как вы считаете, почему Хидэйоси прислал меня в Акидзака? Что ты сказал? Как смеешь называть нашего первого министра по имени? Я уничтожу Ли Суньсина этой рукой. Или хотите, чтобы Кониси первым захватил Ханьян? Приношу извинения за наше поведение. Прошу вас, простите меня. Пожалуйста, присаживайтесь, Курусима. Курусима. Клянусь своим мечом, что буду держать в страхе весь мир. Один взмах меча окрасит все вокруг кровью врагов. Матушка. Отец, это я. Рад видеть тебя рядом. Лихве. Да. Отец. Говори. Может, это к лучшему. Оставьте все и вернитесь домой. Из-за этой войны вы не смогли отвезти домой прах бабушки. Передайте своих людей генералу Квон Юлю. И скажите императору, что слабое здоровье не позволит вам выполнить свои обязанности. Видимо, ты очень сердит на его величество. Он ведь пытался вас убить. Разве это справедливо? Отец. У нас осталось только 12 кораблей. Разве мы можем сейчас называться флотом? Даже если мы выстоим, и вы окажетесь правы. Король без сомнения вас бросит. Зачем вам эта битва? Это мой долг. Перед кем?
перед бесстыжим королем? Говорят. Воин должен следовать за своим королем. А король должен следовать за своим народом. Значит, вы не ради короля? Без народа нет страны. А без страны нет и короля. А если люди просто хотят выжить? Не стоит от них ждать большего. Ешь скорее. Еду надо ценить. Назад. Разойтись. Адмирал. Вас постигнет такая же участь. Разве это не капитан Пхёнсок? Боже, это же военачальник Пе. Что же делать, военачальник Пе? Черт, да что же это? Уберите их! Уберите! Скорее, уходите! Курусима Митиюки, 25 лет. Это ты послал чусонцам головы пленников? Я также послал им носы и уши. Хочешь умереть от моего меча? Что за глупое представление? Только распаляешь врагов. Если они достойные противники, почему бы и нет? Но разве они таковы? Я же сказал, что Ли Суньсин не так уж слаб. Значит, слухи верны, будто твои люди поклоняются ему. Потому-то вы и проиграли битву за Хансан. Сильно страшно было. Как ты смеешь, ублюдок? Скажу-ка еще раз. Почему, думаешь, министр прислал меня? Может, потому что я не боюсь Ли Суньсина, в отличие от тебе подобных? Не торопись обнажать свой меч. А то ведь первой может слететь твоя голова. Мой брат Митиюки стал псом министра и ввязался в эту войну. В итоге поплатился своей жизнью. Полагаю, он защищал меня от гнева первого министра, добровольно заняв мое место в этой войне. А после погиб от рук Ли Суньсина. В любом случае, министр уже стар. Протянет не более года. Вот почему он так стремится закончить войну. Чосон, который так жаждет министра,
скоро будет моим. Поэтому Ли Сун Син должен умереть. Понял, Хару? Возможно, это единственный способ отомстить за моего брата. Что происходит? Это не Осангу? Должно быть, его поймали, когда он пытался бежать. Точно, это он. Адмирал идет. Его поймали при попытке к бегству. Все, с кем я годами сражался, плечом к плечу, погибли. Сегодня я закопал их головы своими руками. Мне очень страшно. Чувствую, теперь пришел мой черед. Неужели мы все должны умереть такой смертью? Ты закончил говорить. Закон на войне суров. Всем ясно? Видать, выхода нет. Он не передумает. Ну что же. Я найду выход. Пролив Миньян, Кровавый остров. Пролив узкий и мелкий, отсюда очень сильное течение. Воды здесь кипят, ревут и крутят. Вот пролив и назвали Ульдальмок. Неужели тут? Но, адмирал, если враги зайдут в пролив, значит они уверены, что место сыграет в их пользу. Посмотрите на поток. Мы и глазом не успеем моргнуть, как они окружат наши корабли. Не думаю, что это верное решение. Может, поэтому нам и нужна черепаха? Если он разрушит боевой строй японцев, остальные корабли смогут расстрелять их пушками. Течение меняется каждые полдня. Сможет ли черепаха продержаться все это время? Сейчас, когда прилив меняется отливом, поток успокаивается. При этом вы услышите довольно странные звуки. Сейчас они похожи на мужские крики.
Посмотрите, как крутит вода. Во время обычных приливов звук не такой. Только перед большой водой можно услышать подобный шум, когда в воде появляется огромный водоворот. Дня через два будет такой прилив. Вот и услышите тогда. Слышишь это? Мне кажется, будто это плач погибших воинов. Ваш замысел зыждется только на черепахе? Дело не в замысле, а в том, страхи, как яд, отравляет моих воинов. Неужели его нельзя преодолеть? Что же нам тогда делать? Разве угрозы помогут в таком деле? По-вашему, это единственный путь? Тогда почему же вы его можно использовать? Что? Использовать страх? Адмирал, отомсти за нас. Адмирал, пожалуйста, отомстите за нас. Отомстите за нас. Вы живы. Хорошо, что пришли. Капитан Чхуэ. Капитан Ли. Отомсти за нас, адмирал. Отомсти. Вот, возьмите. Выпейте чарку. Выпейте немного. Погодите. Куда же вы? Капитан Ли. Капитан Чхве. Бог Сун Хи. Постойте. Куда вы уходите? Отец! Черепаха горит! Черепаха горит! Yeah!
адмирал. Это люди, Песуля. Горит, горит! Спасайте корабль, скорее! Он там! Разве вы не хотите жить? Никто не выживет! Ли Сун Син ведет вас на верную смерть! А я нашел выход! Для всех нас! Не тратьте свои жизни на бессмысленную битву! Лучше поспешите и... Еще воды! Адмирал! Здесь опасно! Очень опасно! Пустите! Этого не может быть! Пустите, сказал! Нет! Этого нельзя допустить! Наша черепаха! Отец, все кончено! Все кончено! Мы были так близки! На этом корабле я должен был победить! Нет! Господин! Господин! Корабль «Черепаха» Ли Сун Сина сгорел в огне. Что? Мы отправили лазутчиков разузнать о ситуации, когда увидели зарево пожара. Оказалось, что «Черепаха» сгорела дотла. Это был их последний подобный корабль? Именно так. Теперь у Ли Сун Сина нет черепах. Большая дорога не имеет дверей. На нашем пути нет преград. В каллиграфии сразу видно вашу силу, господин. Думаю, подобный девиз нам сейчас и нужен. Вперед! Вперед! Чунца, где же ты? Зачистка перед наступлением. Спасите! Лови его! Хватай негодяя! Помогите! Прошу вас!
Эй, не уходите, помогите мне! Пошевеливайтесь! Один сбежал! Ищите его! Шевелись! А ну топай, сукин сын! Я вам пригожусь! Я хорошо гребу! Что он лопочет? Что это? Субон! Вот щенок! Не надо! Не надо! Не убивайте! Пощадите! Успокойся! Водоворот. Кобуксон. Отец! Чунса прислал весть. Завтра на рассвете в Миняне. Японцы планируют напасть утром. У них около 330 кораблей. Сожалею, но мне не удалось ничего разузнать о новом генерале. Могу лишь сказать, что он из Эхиме, где воды похожи на здешние. Он главарь пиратов по имени Курусима Митифуса. Хорошая новость. Вторым дивизионом будет командовать Вакидзака Ясухиро. Надеюсь, вам это поможет. Примкну к вам, как только вернусь. Идем в Хёнан. Что? Мы не можем биться здесь, выше пролива. Нужно успеть спуститься до Хёнана. На войну! Приказ от генерала Кониси. Он торопит меня.
Уверен, мы первыми захватим Чосонского Вана. Мы готовы. Сегодня Чосон особенно красив. Мне нравится Чосон. Господин, наконец-то. Все приготовления закончены. Мы отобрали пленных для работ на нижней палубе и запаслись большим количеством пороха. У Ли Суньцина нет шансов в этой битве. Выступаем! У нас не осталось ни одной черепахи. И что это за линейный строй? Адмирал рассудок потерял. Все верно. Вы ведь слышите крики. Это наша погибель. Нельзя терять время. Нужно что-то придумать. Вы что-то задумали? Может, хотите попытаться его убить? Как Песоль? Нет. Я не об этом говорю. Мысли путаются. Мы ведь даже не можем послать донесение господину Киму. Надо идти. Куда? Попробую убедить адмирала, если не смогу. Значит, это будет моя последняя ночь. Ваше Величество, если вы распустите сейчас флот, враги обогнут Желтое море и выйдут прямо на столицу. Я боюсь только этого. У нас есть еще 12 кораблей. Если объединим все наши силы, уверен, что сможем победить. Пока я жив. Враги. Враги. Не посмеют снова захватить нас. Адмирал. Позвольте высказать то, что может стоить мне жизни. Положение. Безнадежно. Безнадежно. Вы сказали, что мы сможем победить, заманив врагов на кровавый остров. Но без черепахи у нас нет шансов. Прошу вас, пересмотрите свое решение, адмирал. Адмирал. Вот значит, каковы ваши мысли. Если ваше решение неизменно, тогда убейте меня. Лучше я умру от вашего меча.
Если вы правда так думаете, тогда ладно. Созовите солдат и постройте их перед казармами. Слушаюсь. Слушаюсь. Вы принесли то, что я велел? Да, адмирал. Действуйте. Чего стоите? Приказ поняли? Выполняйте. Есть. Сожгите все. Есть. Адмирал, прошу вас, не надо! Адмирал, прошу вас! Адмирал, так ведь нельзя! Назад! Стоять! Если все, что вы хотите, это выжить, стыд вам и позор! Воин не должен отступать перед смертью. Хотите спасти свою шкуру, сбежав от битвы? Верите, что сможете спрятаться? Слушайте внимательно. Мы должны умереть в море, в бою, поэтому я сжег это место. Пути назад нет. Нам негде прятаться. Не бойтесь смерти. Надеясь выжить, вы привлекаете смерть. А если пожелаете умереть, то найдете жизнь. В народе говорят, один верный долгу воин может победить тысячи. И эти слова... Сейчас можно сказать о нас. Отец, как же вы собираетесь использовать страх? Значит, этот паренек – сын капитана Пе. Да. Это он доставил сообщение от Чунса вместо Им Джуньона. Повезло, что Чунса помог ему сбежать. Это принадлежало твоему отцу. Возьмешь? Как тебя зовут? Пе Субон. Мы с твоим отцом воевали вместе 6 лет. Я не забуду ни твоего отца, ни тебя.
У меня к вам просьба. Говори. Возьмите меня на корабль. Хочу воевать с вами. Если вместо меча возьмешь весло, выполню твою просьбу. Спасибо. Спасибо. Это безумие. Порт Хэнам. Матушка, возможно, сегодня я встречусь с вами. Надеюсь, что моя смерть не будет напрасной. Адмирал, спасибо за подмогу. Настоятель монастыря Хейра, спасибо. Ваш приход придал мне сил. Адмирал. Спасибо, что вернулся. Начинаем. Наступление. Начинаем наступление. Мы наступаем. We'll be right back.
пролив Миньян, 8 утра. Построиться в одну линию. Корабль сносит. Поднажмите. Нужно держать линию. Поднажмите еще. Быстро убери. Что это? Что там за черное облако? Остальные корабли отступают. Субон, кажется, мы сели не на тот корабль. Не знал, что это главное судно. О том и речь. Почему корабль адмирала впереди? Сейчас же подниму сигнальный флаг с командой вернуться. Оставь их. Простите? Но адмирал, отдайте якоря и готовиться к бою. Отдать якоря! Почему Ли Сун Цин не поднимает флаг командующего? Взгляните на его флот. Думаете, флаг что-то изменит? Первый дивизион в атаку! Первый дивизион в атаку!
Орудия на правый борт. Всем приготовиться. Держать правый борт. Держать правый борт. Капитан На, капитан Сон, нацельте пушки на переднюю линию врага. Есть! Нацелить пушки на переднюю линию врага. Приготовиться! Целься! Стрелки, на изготовку! Целься! Огонь! Скорость увеличивается. Следи за направлением. Лучники, готовься. Огонь! 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 Увеличить скорость и встать левым бортом. Огонь! Лево руля. Залп. Ли Сун Син атакует переднюю линию кораблей. Центральные корабли столкнулись между собой. Он не наступает и не отступает. Чего же он ждет? Может, присоединимся к основному флоту и атакуем его? Нет. Пока подождем. Страх безразличен. Он может появиться как у одной стороны, так и у другой. Наши враги еще помнят те 6 лет войны, когда боялись меня. Страху безразлично. Он может возникнуть у любой стороны. И это все? Вы просто используете страх? И если бы этот страх... превратить в бесстрашие. Усилить атаку. Второй дивизион, к бою. Второй дивизион, в атаку. Курусима решил усилить наступление. Хочет показать свое особое умение. Давайте подождем и посмотрим.
Подождите и увидите. Победа за нами. Чусонцы будут уничтожены. Течение нам на руку. Адмирал, течение разворачивает корабль, невозможно прицеливаться. Рубите якори. Курс по течению на Кровавый остров. Есть, адмирал. Попался. Огонь! Несите шесты. Есть! Гребите сильнее. Нельзя допустить удара. Адмирал, нужно немедля поднять флаг и вызвать корабли. Мы долго не продержимся. Капитан, убрать пушки, достать малые орудия, приготовиться к ближнему бою. Бойцы, приготовиться к ближнему бою. В атаку! Сейчас! Пли! В атаку! Let's go.
Курусима побеждает. Ли Сун Син пытается продержаться. Черт, нам всем конец! Адмирал! 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 Адмирал, все пушки забросить вниз к гребцам. Оттуда дать залп по нижним палубам врага. Сможешь? Нас ждет верная смерть. Скажи, что сможешь. Я сделаю все. Держаться! Установить пушки и нацелить на корабли врага. Есть. Быстрее, несите порох. Крепите пушки. Субон, это опасно. Не надо. Берите ядра и порох. Скорее, скорее! Адмирал, мы готовы! Ложись! Всем лечь! Лечь! Вы просто используете страх? Если бы этот страх превратить в бесстрашие. Их смелость вырастет в 100, в 1000 раз. Но, отец, как вы сможете обратить их ужас в отвагу? Мне придется умереть.
Неужели? Это все? Корабль адмирала уцелел! Корабль уцелел! Уцелел! Они живы! Уничтожить врагов! Ах вы гады! Ублюдки хреновые! Давайте разнесем сволочей! Уничтожить японцев! Прибавить скорость! Прибавить скорость! Пролив Миньян. 2 часа пополудни, 1 час спокойной воды. Водоворот. Водоворот? Ли Сун Син. Вот значит, почему ты так держался за этот остров. Господин, поток воды изменился. Образуется крупный водоворот. А на его стороне вода сейчас успокоилась. Им стало намного легче целиться, понимаешь? Кто захватит остров, тот и победит. Битва окончена. Пока они не закрепились там окончательно, нужно перехватить корабль Ли Сун Сина. Адмирал, это их главный корабль. Поднимайте сигнальный флаг. Слушаюсь, адмирал.
Попался. Адмирал! Капитан Нан! Мне бы следовало наказать вас за неповиновение. Но сейчас идет битва. И наша цель — остановить врага. Вы должны любой ценой защитить Кровавый остров. Все ясно. Да, адмирал! Капитан Сон, держите курс в порт Мокчон. Да, адмирал. Курс в порт Мокчон! Как никогда вовремя. Мощный будет взрыв. Жалкая попытка Ли Цунсина заманить нас не сработает. Главный корабль идет к острову, как вы и приказывали. Адмирал. На нас движется подозрительное судно. Лучников на изготовку. Да, адмирал. Залп! Шевелитесь, вычерпывайте воду. Скорее. Что это? Порвалась! Им Джун Йон? Чун Са! Там порох? Адмирал, он сказал, что в корабле полно пороха. И там находится Им Джун Йон. Почему же они до сих пор не отвечают?
Перезарядить пушки! Капитан, ответа нет. Милая, подай какой-нибудь знак, чтобы они заметили. Это судно не должно приблизиться к нашему адмиралу. Милая! Умница. Все верно. Давайте все помашем. Все вместе. Капитан! Посмотрите туда! Там какое-то странное судно! Приготовиться к залпу! Есть! Огонь! Умница! Увидел тебя напоследок. Встретимся на другой стороне. Адмирал, японский флагман приближается на высокой скорости. Они идут прямо на нас. Всем на весла, гребите!
Сунцин, тебе конец! Приготовиться к бою! На абордаж! Курода, готов корабль! Идем на подмогу! Бросайте все и наверх! Разгромим врага! Субон! Субон! Ли Сунцин, я иду за тобой! Адмирал! Наши корабли пришли на помощь. Начальник гарнизона Нокдо Сон Йоджон. Командир батареи уезда Пхёнсан Чон Инду. Кимура! Скорее за ними! Мы не можем! Наши корабли попали в водоворот! Целься! Огонь! Господин, нужно вызвать подмогу. Видимо, ты ничего не понял. Если бы они хотели,
то уже были бы тут. Может, пора отправить подкрепление? Ли Сун Син. Мерзавец. Ты японец или кореец? Ли Сун Син. Адмирал, простите, но наш корабль не продержится больше. Адмирал, мы вас вытащим!
адмирал! Наши корабли идут сюда! Поторапливайтесь, пока враги не встали в строй! Почему медлите? Течение изменилось. Я знаю. Прикажи грести сильнее. Сейчас главная скорость. Это единственный способ победить. Прибавьте ходу. Еще! Не отпускайте! Здесь хуже, чем в аду. Выбрались. Адмирал! Слушайте! Что это? В атаку! Безумцы, хотите все вместе умереть? Ублюдки! Прошу тебя, продержись! Давай же! Откуда этот шум? Это же черепаха! Наша черепаха! Черепаха!
Неужели он с самого начала так и задумал? Враг отступает! Они отступают! Огонь! Ли Сун Син. Отступаем. Возвращаемся. Течение нам в помощь. У нас здесь 23 японца. У нас 17. У нас 3 японских офицера и 9 солдат. Как бы япошки не пытались нас сцапать, у них бы не вышло. Попробуйте. Да уж ем, чего предлагаешь? А я только глянул на одного, как он сразу обделался. Я такой. Те, кто будет жить после нас, поймут, через что нам пришлось пройти ради них. Если нет, то они настоящие засранцы. Раз уж мы выжили, пора и с женушками повидаться. Так. Охолонись-ка. Это клубни Таро. Рад, что могу отведать. Адмирал! Что же делать с этой враждой? Отец, как вам пришло в голову использовать водоворот? Отец, ты что-то сказал? Я про водоворот. Он появился так вовремя. Если бы не это... Небеса помогли. Ежели так, значит, все могло закончиться для нас ужасно? Да. Это верно.
если бы люди не спасли нас. Считаете, водоворот ни при чем? Главное, поступок людей? А как по-твоему, что было более удивительно? Июль 1592 год, остров Хансан. Что там? Что там такое? Адмирал. Субтитры любезно предоставлены фонсабгруппой «Альянс». Перевод с корейского «Айнэ». Редакция и тейпсет «Ксильнир». Фильм озвучили Вора и Вянлана.